Посмотрите, что у нас тут висит. А висит у нас тут хурма. Сушится. Сушеная хурма. Это местный, очень вкусный деликатес. Как раз зимой будут продавать. На Новый год многие покупают. Очень вкусное лакомство. Эта хурма вязкая, этот сорт. И если ее не высушить, съесть ее практически что и невозможно. А в высушенном виде она очень вкусная.